Поехали. Главный тренер сборной СК ГМИ ГТУ Бегизов Эдуард Иванович. В первую очередь, Эдуард Иванович, хочу вас поздравить с победой. Благодарим. Расскажите, как вам игра, как прошла, есть ли над чем работать? Значит, первая игра, как всегда, это первая игра, волнение, значит, эмоции и все остальное. Тем более, вот мы играем-то давно, уже знакомы с этим турниром, но есть ребята, которые только впервые участвуют в нем, и, конечно, эмоции перехлёстывали, их приходилось успокаивать немного. Ну, результат есть, это главное. А игра, естественно, никогда не бывает такой, чтобы всегда главного тренера удовлетворяла. Вот меня оно пока не удовлетворяет. Более того, второй тайм почему-то начали прижиматься к своим воротам. И так получилось, что могли пропустить гол. Хотя в первом тайме преимущество было самое большое. И могли забить еще 2-3 мяча. И тогда был вообще вопрос о том, кто победил или не победил, не стоял. Но не воспользовались своими моментами, чуть не получили свои ворота. Расскажите еще, пожалуйста, ваши ожидания от следующих встреч. Ну, я всегда говорил и всегда буду повторять. На любой турнир, на любую игру мы едем только выигрывать. Нам все равно, с кем играть, как играть, кто у нас соперник, как у нас соперник. Мы приезжаем выигрывать любую игру. Вот будем настраиваться на это. У нас такой девиз. Нам все равно, с кем играть, все игры надо выигрывать. Спасибо большое. Пожалуйста.